Всем привет! Вы на канале Марина ТК. Скажите, в ваших аптеках тоже закончились маски? И антисептиков не раздобыть. Вы даже уже посмотрели несколько роликов в интернете, чтобы самим сделать антисептик? Не нужно открывать лабораторию в домашних условиях и пытаться создать новые рецепты антисептиков. Сейчас весь мир подстраивается под реалии, и косметические компании не исключение. Компания Бакздрав выпустила новую линейку антисептик. Представлены три вида – классический и два с запахом. Это просто находка. Вы можете заказать их в любое время, они в наличии и придут вам очень быстро, буквально за 2 дня. Антисептики в удобных тюбиках, 100 мл в каждом и очень удобный дозатор. Легко можно обработать руки. Руки нужно обрабатывать с двух сторон, с тыльной, с ладошек и между пальцев. Также необходимо обрабатывать предметы, которыми вы чаще всего пользуетесь. Например, это ручки дверей, особенно входной. Антисептик содержит 70% спирта, применяется для быстрого обеззараживания и очищения кожи рук. Содержит лизат бактерий для нормализации микрофлоры кожи. Содержит глицерин, обладает увлажняющими свойствами. Содержит пантенол, способствует регенерации тканей, подходит для частого применения. Первые дни самоизоляции я не очень серьезно относилась к ситуации. Ровно до тех пор, пока я не узнала из достоверных источников, что в нашем районе есть заболевшие люди. С тех пор я не выхожу на улицу без маски, без перчаток и обязательно беру с собой антисептик. Перед тем, как зайти домой, я обязательно обрабатываю руки и ручки дверей, потому что у меня дома дети, мама, и я не хочу, чтобы вирус проник к нам домой. Какие есть антисептики? Классические, просто с содержанием спирта, с ароматом лаванды, черной смородины и с ароматом гибискуса. Классический пахнет просто спиртом. Он быстро выветривается и быстро впитывается. С ароматом лаванды. Есть еще запах дополнительный к спирту, но я не могу понять, это лаванда или черная смородина, но есть что-то такое приятненькое. То есть не один спирт, а еще какой-то аромат. И с запахом гибискуса. Есть такой приятный тоже аромат. Не только спирт. О, я уже нанюхалась тут спирта, мне кажется, меня сейчас поведет. Я человек не пьющий, поэтому даже капли спирта могут на меня повлиять. Очень советую. Очень удобные тюбики, быстрая доставка, всегда в наличии. Заходите на сайт, я оставлю все ссылки в описании под видео. Заходите, смотрите, проходите на сайт и заказывайте антисептики. Вещи необходимые. Ко всему сказанному хочется добавить, что все антисептики сушат руки. Учитывая, как часто мы их применяем, после использования желательно, конечно, наносить крем для рук. У компании Бакздрав отличный крем для рук. Крем для рук пробиотический, с лизатами лактобактерий. Я сняла отдельный обзор про крема от Бакздрав, поэтому не буду останавливаться очень подробно, но крем очень хороший, у него очень приятный запах таких масел, но не резкий, он быстро выветривается. Очень нежный, быстро впитывается и не чувствуется никакой жирности, но при этом руки очень мягкие и нежные. Антисептики просто необходимость в нашей ситуации. Еще неизвестно, сколько продлится самоизоляция, но и после того, как мы вместе дружно победим коронавирус, они вам очень пригодят. Поэтому давайте вместе бороться, давайте вместе победим. Здоровья и счастья вам и вашей семье. Надеюсь, мое видео было полезным, очень рада, что вы зашли, посмотрели. Подписывайтесь, ставьте лайки и оставайтесь со мной.